Gyantimidandasya Gyananjanachalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharine Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauradvishe Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Eva Cha, Patithanam Pavanibhyo. Vaishnavebhyo Namo Namaha. It is my great honor and для меня великая честь и наслаждение быть со всеми вами сегодня вечером. In this very beautiful, esteemed sacred place. В этом прекрасном, известном, священном месте. Спасибо за то, что пригласили. Меня попросили говорить на тему высвобождения силы души. Когда я наблюдал прекрасную природу, деревья, лужайки, сады, леса, озера, пока ехал сюда, мне пришли воспоминания, которыми я хотел с вами поделиться. Несколько лет назад я отправился с двумя автобусами подростков на экскурсию. Мы отправились в место Kings Canyon. Это на севере Калифорнии. Кто-то из вас там был? Это лес секвойя. И мы гуляли в этих живописных местах. В конце концов, мы дошли до самого огромного, самого большого дерева на Земле. Это гигантская секвойя. The General Sherman tree. Они назвали его дерево генерал Шерман. Я не знаю по какой причине. But this tree is, according to the scientists, но согласно ученым, этому дереву по меньшей мере 2200 лет. I read a little description. Я прочел небольшое описание. Там говорилось, что семья из шести человек. Or actually, if you hollow the tree out, fill it with water. Это дерево выдолбить изнутри и наполнить его водой, то семья из шести человек может мыться полноценно в течение 27 лет этой водой. Если маленькая мышка посмотрит на двухметрового человека, примерно будет такая же пропорция, как мы смотрим на это дерево снизу. Мы собрались вокруг этого дерева. Это впечатляет, когда вы рядом с чем-то таким огромным и таким древним.
And I asked the crowd of teenagers, я спросил вот этих подростков, if this tree, если это дерево смогло бы говорить с человечеством, что бы оно нам сказало? Now, I don't know if it's a boy or girl, so I couldn't say he or she. But what would the tree say to us? Я не знаю, это дерево мужского пола или женского, поэтому он или она, я не могу сказать. Но что бы это дерево сказало нам? Этому дереву было 100 лет во времена Иисуса Христа. Оно стояло еще до падения Римской империи. Оно простояло через монгольские войны. Прежде чем вообще первый белый человек шагнул на американскую землю, оно стояло. Оно пережило гражданскую войну, Первую мировую, Вторую мировую. Каким бы было его послание? Несколько мальчиков сказали что-то в шутливой форме. И одна девочка, ей 14 лет, она глубоко вздохнула и начала плакать. Ее переполняли эмоции, все стояли, молча слушали то, что она говорила. Она пыталась говорить, но ей мешали слезы, эмоции. И вот что она сказала. Она сказала, разве мы не можем услышать, что это дерево пытается нам сказать? Почему вы, люди, тратите свое время попусту, своей одержимости и сражениях за поверхностные вещи? Время настолько ценно. Вы живете такую короткую жизнь. Почему бы вам не принять всерьез то, что действительно важно? Ваши духовные отношения друг с другом, с природой, с Богом. Она плакала, и мы все думали. Похоже, что дерево действительно говорит через нее. Но ее слова, слова ребенка, действительно затронули наше сердце. Время бесценно. И мы не живем так долго в сравнении с этим деревом. Сегодня я был со своим отцом. Ему 91 год. И он рассказывал истории. Сегодня рассказывал мне и моему брату истории о том, когда ему было 7 или 8 лет, вечером в воскресенье вся семья собиралась вокруг радио и слушала. И он рассказывал мне все передачи, которые каждый день передавали по радио. Это в 20-е годы было. И он сказал, это было как будто вчера. Он сказал, на самом деле, я лучше те времена помню, чем все то, что происходило между этим. Куда уходит жизнь? Она пролетает так быстро. И самое ценное в жизни — это каждое мгновение, которое у нас есть. Время — это нечто мистическое. Вы не можете его видеть, не можете касаться его, слышать его, чувствовать его, ощутить его вкус или запах. Но тем не менее, время
evaporating every ocean. Время ведет к тому, что солнце погаснет, что океан испарится. Pulverizing every planet. Каждая планета превратится в порошок. Что говорить о наших телах? Bribes cannot corrupt it. Взятки не могут подкупить время. Красота не может соблазнить время. The greatest militaries with all of its arsenals. Великие армии со всем арсеналом не могут остановить ход времени даже на мгновение. There's a verse in the Bhagavata Purana. В Бхагавата Пуране есть стих. With every rising and setting of the sun. С каждым восходом и заходом солнца, кем бы мы ни были, что бы у нас ни было, мы на один день приближаемся к смерти. Но для тех, кто использует свое время для высшей духовной цели, с каждым восходом и закатом мы на один день ближе к вечной жизни. The basic question that is there in so many of the great Общий вопрос, который задается во многих великих философиях и религиях мира, это «Кто я?». Если мы не знаем, кто мы такие, мы не можем понять наши отношения друг с другом, с окружающей средой, не говоря уже о высших духовных силах. Бхагавад-гита говорит нам, мы — вечная сила, которая содержится в сердце, и она слышит через уши, видит через глаза, думает через мозг, любит через сердце. The nature of that living force. И природа этой живой силы на санскрите описывается словом атма. Она вечна. Она не умирает. It's by nature full of knowledge and full of happiness. По природе она полна знания и счастья. What is that happiness? И что есть это счастье? Things. Вещи могут доставлять какое-то наслаждение телу, уму и чувствам. Но вещи никогда не могут удовлетворить сердце. Только любовь может принести удовлетворение сердцу. Когда мы дарим любовь и принимаем любовь, это самое фундаментальное нужда каждого живого существа. Брахмасутра говорит, «Ананда майо бьясат». Мы все ищем наслаждение. И мы все пытаемся остановить то, что мешает нашему наслаждению, а именно боль. И будь это крошечный муравей, ползающий по кухонному столу, или это директор международной корпорации. Все ищут наслаждение, и у всех есть относительные способы находить это наслаждение. Откуда идет это естественное качество, которое у нас у всех есть? Оно исходит из естественной, природной любви души. В Библии объясняется тот же принцип. Что получает тот человек, который обретает весь мир, но теряет свою бессмертную душу? Несколько лет назад я говорил в Палате лордов в Лондоне, и я говорил там о многих вещах, но я сказал кое-что, на что все зааплодировали. Я просто незначительный с вами, у которого даже нет банковского счета с 69-го года. Это был Национальный банк в Хайленд-парке
And I haven't signed a check since then either. С тех пор я не подписывал ни одного чека. And there were lords and ladies. И там присутствовали лорды, леди, герцоги, герцогини, члены парламента, миллионеры, миллиардеры, раввины, священники. One thing I said, they all clapped. Но на одно они с энтузиазмом зааплодировали, а это было чем-то очень простым. Я сказал, можно определить, насколько вы богаты, подсчитав, сколько у вас таких вещей, которые не купить на деньги. И некоторое время спустя я был в Чикаго, в городе, и один директор корпорации пригласил меня на встречу. И там разные были директора, генеральные директора, и замы, и так далее. Я не знаю, что все это значит, но они все сидели за столом. И он видел запись в Ютубе, когда я сказал это, и он сказал, это истинно так. Я сегодня прилетел, он сказал, на частном самолете реактивном. Я миллионер. Но я тебе могу сказать, что самые важные вещи в жизни на деньги не купить. И он перечислял 5 минут целый список всех тех, все те хорошие вещи, на которые не купить на деньги. Я спросил его, тогда зачем вы работаете так тяжело ради денег? И он дал очень хороший ответ. Он сказал, самое важное — не купить на деньги в жизни. Но все же хорошо иметь такие вещи, которые можно купить на деньги. Я подумал, он был достаточно честен. Потому что сердце ищет любви. В 1971 году, по-моему, я был в Калькутте, и я посетил мать Терезу. Мы сидели наедине в одной комнатке на двух стульях, и мы разговаривали. И она сказала нечто, что запало мне в сердце. Она сказала, самая большая проблема в мире — это голод. Но не голод желудка. Если дашь кому-то пищу, ты можешь избавить его от голода, от боли голода в животе. Но истинная проблема — это голод сердца. И она сказала, я посещаю Лос-Анджелес и Нью-Йорк, и Лондон, Париж и Москву. Я вижу даже самые богатые и влиятельные люди голодают, потому что только любовь, только когда любишь и когда ты любим, это может удовлетворить сердце. И источником этой любви является любовь между душой и высшей душой, душой и Богом. В Шримад-Бхагаватам описывается, что когда поливаешь корень дерева естественным образом, эта вода достигает каждой части дерева, всех веточек, всех цветов, листьев. И точно так же, когда мы действительно пробуждаем внутри себя наш духовный потенциал, эту любовь, она простирается естественным образом в форме сострадания и любви на все живые существа. Я путешествовал в поисках истины, в поисках смысла. В 1970 году я оставил свой дом здесь, в Северном Иллинойсе. Я путешествовал через всю Европу, через Ближний Восток, до Индии. Я автостопом весь путь преодолел. У меня не было денег. Мне потребовалось 6 месяцев, чтобы из Лондона добраться до Гималаев. Я изучал множество разных духовных традиций. Я по-настоящему испытал огромное вдохновение, но я был обеспокоен очень сильно. Just after living as a teenager in the 1960s.
как-то после моего периода подросткового возраста в 60-е годы я видел столько ненависти, столько войны, столько предрассудков по отношению к людям из-за их религии или цвета кожи, или пола. Столько ненависти под именем любви к Богу. Я по-настоящему хотел найти что-то, что принесло бы единство, гармонию и смысл в мою жизнь. И я пришел к выводу, что это должно быть что-то духовное. Я слышал слова Ганди: «Будь тем изменением, которое ты хочешь увидеть в мире», и это для меня казалось осмысленным. И когда я путешествовал в Индии, я нашел там Бхагавад-гиту. И позднее я принял своим гуру Шрилу Прабхупаду. Я слышал, как он процитировал стих. И когда я услышал этот конкретный стих, в соответствии с моим состоянием сознания, с тем, что я испытывал, чего я искал, я подумал, это и есть то самое. Могу я поделиться с вами стихом? Он по-настоящему изменил мою жизнь. Vidyavanaya sampane brahmani gabihastini suni jaiva swapake cha pandita samadarshana. What is real knowledge? Что есть истинное знание? What is wisdom? Что есть мудрость? What is true inner wealth? Что есть истинное внутреннее богатство? It's not about the titles we have. Это не титулы, которые у нас есть, или вещи, которые у нас есть. Это то, кем мы по-настоящему являемся. Это истинное богатство, оно есть у всех нас. И что есть это богатство? Этот стих говорит, что по-настоящему богатый и мудрый человек это тот, кто видит, это тот, кто рассматривает каждое живое существо одинаково. Будь они черные или белые, или желтые или красные, или коричневые, мужчины или женщины, индусы или мусульманы, иудеи или джайнисты, или христиане, или сикхи, зороастрийцы, или буддисты, агностики, или атеисты, богатые или бедные, образованные или нет. Гита говорит, даже люди они, или собаки, или кошки, или коровы, или слоны, или деревья. Там, где есть жизнь, там есть священная, вечная часть Бога. Каждое живое существо — это ребенок Бога. Мы не можем любить Бога, не любя детей Бога. Мы не можем постичь себя и не видеть близких наших отношений на духовном уровне с душами всех остальных живых существ. Жизнь священна. Парадука-дуки — это священный принцип. Просветленный человек — это не тот, кто просто может фокусы показывать. Это не тот, кто может просто привлекать миллионы людей своими ораторскими навыками. Просветленная личность — это тот, для которого счастье других людей — это его счастье, страдания других — это его страдания. Вот это сострадание. И сегодня мир очень сильно в этом нуждается. Когда мы соединимся со своей душой, мы осознаем, что есть сила бесконечно выше, чем мой ум, разум, мои чувства. И на эту силу я могу настроиться.
И путь, по которому я иду, бхакти, позволяет настроиться на эту силу милости. Милость сладка. Милость нежна. Милость в ведической традиции имеет женский аспект божественного, но милость всемогуща. Она может простить все наши нарушения. Милость может уполномочить нас достигнуть таких вещей, которые недоступны нам. Она может восстановить нас и в конечном итоге разбудить наш потенциал. Есть прекрасное стихотворение. Это стихотворение на санскрите. Оно объясняет, что символ красоты в этом мире — это голубой лотос. Белые и розовые лотосы — это распространенное явление, но синий, голубой лотос — это очень редкий цветок. Я на самом деле не видел никогда такое, не видел никого, кто бы видел его, но это стихотворение действительно очень красивое. Оно объясняет, что синий лотос остается закрытым. Он расцветает, распускается только когда его касается лунный свет, лучи полной луны. Когда эти лучи полной луны касаются лотоса, он полностью распускается. И его считают символом красоты. И он обладает таким ароматом, который распространяется во всех направлениях. Милость сравнивается с этим лунным сиянием. Когда наших сердец касается этот лунный свет милости, сердца расцветают. Они пробуждаются, и красота нашего истинного «Я» дарует красоту всему миру, и аромат нашей любви, нашего сострадания наполняет все стороны света. В этом наш потенциал. Когда мы забываем истинное сокровище внутри себя, мы отождествляем себя очень сильно с телом и с умом. И в этом состоянии мы настолько уязвимы перед двойственностью этого мира, потому что все творение построено на принципе двойственности. И вы не можете иметь одно без другого. Это как монета. Если вы хотите орла, то будет решка. Вы не можете получить одно без другого. Они неотделимы. Точно так же страдания, наслаждение, честь, бесчестие, победа, поражение, здоровье, болезнь, рождение, смерть. Если мы привязаны к чему-то одному, когда наше провидение переворачивается на другую сторону, то мы получаем пропорционально страдания, в пропорциональной мере. Но мы, существа, ищущие наслаждение, мы должны его где-то найти. Если мы не находим его внутри себя, то мы будем искать его в двойственности этого мира. Если мы не видим духовной сути в других людях, то мы будем обращать внимание на двойственность людей. И мы станем очень уязвимыми перед разочарованием, перед стрессом, перед депрессией. Всемирная организация здравоохранения
утверждает, что нынешний век, в который мы живем, третий самый распространенной болезнью, которая будет причинить страдания, будет депрессия, душевные болезни. Почему? Это не относится только к людям, которые бедны. Это относится и к тем людям, у которых есть все и даже больше, но они все равно не удовлетворены. Есть еще один стих в Бхагавад-гите. Мы можем подняться над двойственностью, когда мы действительно испытываем что-то высшее, что-то глубокое, когда мы восстанавливаем связь с собственной душой, со своей счастливой, любящей природой. Этот прекрасный санскритский стих говорит, что истинная йога, истинная дхарма в своей высшей форме — это то, что пробуждает естественные качества любви, которые в нашем сердце. И эта любовь выражается через севу, через служение. Сева значит служить из любви и сострадания, не ради налоговых вычетов, не ради каких-то эгоистических причин. Есть прекрасная поговорка: вы живете за счет того, что вы получаете, и вы создаете жизнь благодаря тому, что вы даете. Спасибо. Истинная дхарма — это когда та склонность, тот потенциал, который есть в нас, любить и служить, является инструментом этой милости. Когда мы считаем себя исполнителем своей деятельности, мы на самом деле отсоединяем себя от этой милости, но когда мы смиряемся и понимаем, что есть высшая сила, больше меня и больше всех нас, которая может по-настоящему проявиться и протекать через любого из нас, если мы просто очистим свое сердце, чтобы получать ее, тогда не будет гордыни, не будет этого неумолимого желания доказать, что моя нация лучше вашей, или моя религия лучше вашей, или мой пол лучше, чем ваш, моя раса лучше вашей. Люди настолько зависимы, мы пытаемся доказать свое превосходство. И это создает столько конфликтов. Если кто-то лучше нас, мы склонны впадать в депрессию или завидовать. Если мы делаем что-то лучше, то мы склонны гордиться и смотреть на других свысока. Но с точки зрения просветленной души, это все слабости. Истинная сила в том, чтобы быть по-настоящему благожелателем каждого. Это наша природа. Когда мы соединяемся с вот этой вечной, бессмертной радостью и любовью, этой милости, которая питает нас постоянно, но, к сожалению, нас бомбардируют оружием массового уничтожения в нашей жизни. Мы забываем, кто мы такие.
и что мы потенциально способны сделать. Высвобождение силы души происходит, когда мы просто пробуждаем любовь и милость, которая внутри нас. Наша любовь и милость — это никто и ничто не может отнять у нас. Недавно я был с одной женщиной. Она один из моих самых дорогих друзей. Она была в Лондоне и умирала от рака. Я был в Мумбаи, и ее муж позвонил мне и сказал, она очень хочет увидеть тебя, прежде чем умрет. И врач предсказывает, что она проживет не более 5 дней. Я все бросил, все, что я делал, и запланировал поездку в Лондон на самолете. Но знаете, что произошло? Это было несколько лет назад. Вулкан ожил в Исландии. Вы помните, этот пепел, который вышел из вулкана, его так было много, что каждый аэропорт во всей Европе и на севере Африки, все аэропорты были закрыты, и все рейсы были отменены. Очень интересно. Сила природы даже с такого крошечного острова Исландия, сила такая, что она может взбудоражить весь мир. Но как-то мне удалось добраться до Лондона, это долгая история. Я находился у ее постели, и я прибыл утром, и она ушла на следующий день. Но она кое-что сказала. Это было нечто очень сильное. У нее было 6 детей. И она была очень динамичной женщиной, энергичной. Она была матерью. Она была активисткой. Она всегда пыталась помогать людям, с которыми обращались несправедливо. Она все время проводила фестиваль, чтобы объединять людей. Она была очень энергичной во всех отношениях. Но сейчас она была измучена, измотана, парализована. Нужно было очищать все под ней. Нужно было ее кормить внутривенно. И она сказала, «Посмотри на меня, я уже совсем не та, какой была». И она улыбнулась и сказала, «Но у меня безграничная значимость». Она сказала, «Знаешь почему?» Она обращается к Богу, как к Кришне. Она сказала, потому что Кришна любит меня. И ничто и никто никогда не сможет отнять у меня эту любовь. Я могу это чувствовать. Я знаю, кто я такая и куда я иду. И затем она улыбнулась еще шире, и сказала, «Кришна бесконечно любит меня, но я не могу считать себя лучше, чем кто-либо, потому что Бог любит бесконечно каждого». И чем больше мы осознаем, когда нас касается эта любовь, мы становимся инструментами этой любви, и мы осознаем, что эта любовь для каждого, повсюду. Там, где есть жизнь. Кто-то подсоединился к ней, а кто-то отсоединен от нее. И духовность — это воссоединиться с ней и быть по-настоящему благожелателем каждого. Я закончу небольшой интересной историей.
Опять эта история о секвойях. You see, compassion. Compassion, when it awakens from our heart, it's like the sun. Когда сострадание пробуждается в нашем сердце, ну как солнце, оно светит. Когда солнце светит, оно не различает, кто достоин, кто недостоин. Оно светит на всех. И к природе это тоже относится. Мы показывали маленький видеофильм о нашей эко-деревне рядом с Мумбаем. И сам принцип этой эко-деревни — это то, о чем мы говорим. Сострадание по отношению к людям, к животным. У нас есть коровы, и собаки, и козы, и овцы, и птицы, и даже породистый скакун. Он был на пенсии, его собирались послать на бойню, и хозяин не мог себе позволить его содержать, но он не хотел, чтобы он умирал, и он пожертвовал его нам, и сейчас у нас есть конь. Но идея в том, что жизнь священна, и как люди мы должны быть хранителями. Ничто не является нашей собственностью. Мы хранители этой священной собственности, и что бы у нас ни было, те деньги или собственность, которые у нас есть, или навыки, или разум, или влияние, это будет по-настоящему правильно использоваться, когда мы будем использовать это для высшей цели — сострадания. И все, каждый зависит от даров природы. Согласно ведической философии, природа — это наша мать. Как младенец, он полностью зависит от матери. И неважно, кто бы мы ни были, мы полностью зависим от воздуха, от солнечного света, от дождя, от пищи, от даров природы в виде плодов, цветов, деревьев, овощей, зерна. То есть это не просто вопрос улучшить мир для наших детей и внуков. Это вопрос того, как жить в гармонии, с уважением, со страданием за те дары Бога в виде природы. Благодарное сердце — это смиренное сердце. И смиренное сердце — это чувствительное сердце, у которого есть способность по-настоящему любить. И это принцип эко-деревни. Одна из моих любимых частей этой деревни — это, конечно же, животные. Мы выращиваем всю нашу пищу. Но стоки, вот эти сточные воды — это реальность. Вы не можете от этого никуда деться. Неважно, кто бы вы ни были, кем бы вы ни были. Тем не менее, одно и то же выходит из нас. Это такой уравнивающий общий знаменатель. Вы можете быть простым человеком, живущим на улице Мумбаи, или можете жить в прекрасном дворце, но когда природа зовет вас, вам приходится отвечать на зов природы, и запах примерно такой же. Но нужно увидеть потенциал этого ресурса, чем смотреть на это как на отбросы. У нас есть система переработки этих сточных вод, которая превращает все эти стоки в очень чистую воду, и каждую часть этого можно использовать очень позитивно и с отдачей.
То место, куда, то есть вода, она проходит через разные травы и корни, и в почве. Это древняя традиционная технология, которую устроили там, устроил там один ученый, один из наших учеников. Он смоделировал эту систему очистки в качестве дипломной работы в IIT, в Индийском технологическом институте. Это один из самых престижных университетов на планете. CBS сняли передачу об IIT, и там был очень известный человек из Индии, который сказал: «Я делал все возможное, чтобы мой сын поступил в IIT. Каждый год из 300 тысяч абитуриентов они принимают только 2 тысячи. Он сказал: «Я делал все от себя зависящее, чтобы он поступил, но в конце концов я вынужден был послать его в Колумбийский университет». И он написал свою диссертацию по вот этой системе естественной переработки отходов. И мы воплотили ее в экодеревне. И вот то место, где находятся эти остоки, настолько всего растет. Там как рай просто, это невероятно. У нас там сотни деревьев папайя, и они обычно вот такие, такого размера. Но если вы подниметесь туда, они в 1.5-2 раза больше. И некоторые, одна группа йогов из Нью-Йорка, учителя, инструктора йоги, они приехали туда, они увидели размер папайев там. И одна женщина сказала: «Это не папайи, это какаи». Это не мои слова. Но ценность есть во всем. Если у нас просто есть сострадание, посмотрите, как мы можем использовать любую ситуацию на благо человечества, всех существ в мире. И сейчас я возвращаюсь к своей последней истории. Я шел по другому лесу секвойи. В парке там была группа туристов вокруг этих деревьев. Я хотел отойти от толпы, я просто хотел быть один с природой. И когда я увидел толпу туристов, я попытался почтительно уйти оттуда. Но я услышал, что экскурсовод что-то говорит, и это меня остановило. Он сказал: «Я вам расскажу тайну этого леса секвойя». Я из Северной Иллиной, будучи подростком в 60-е годы. Но что-то просто не покидает вашего сердца. Хотя я и с вами, и все такое, мне все равно интересно узнать о всех этих тайнах. Я сказал своему другу: «Давай послушаем, что скажут». И экскурсовод сказал: «Эти деревья — самые большие деревья на Земле, самые высокие деревья». Обычно, чтобы дерево выросло в сильное дерево, нужны глубокие корни. Но секвойи, их корни не растут очень глубоко. И здесь, в Северной Калифорнии, холмистая местность, и почва очень слабая. И некоторым из этих деревьев по 1000, по 2000 лет. И за это время были жуткие землетрясения, страшные ураганы, порывы ветра. Как же эти деревья продолжают расти и расти? И он открыл вот эту тайну. Корни секвойи под землей, они не очень глубоко, они тянутся вдоль к корням
других деревьев. И когда эти корни двух деревьев встречаются, они переплетаются друг с другом, они обнимаются и формируют такую постоянную сеть. Таким образом, каждое дерево во всем лесу прямо или косвенно связано и поддерживает каждое другое дерево. И даже маленькие деревья, у них тоненькие корешки, они оборачиваются вокруг этих древних гигантских корней и получают поддержку от них. И большие корни обертываются друг от друга. И единство их сила. Потому что по-своему, применяя свой разум, они заботятся друг о друге. И это урок для всех нас. Корни дерева — это самая глубокая часть дерева. Это как сердце дерева. Когда наши сердца простираются друг к другу в духе сострадания, в духе заботы, когда это соединение души с душой, естественно, это включает и тело, и ум, тогда у нас есть сила. И тогда какие бы шторма ни приходили в нашу жизнь, мы помогаем друг другу. И это дхарма. Такова сила души. Спасибо, я пытаюсь понять больше о дхарме и мое элементарное понимание таково, что это как личности. То есть это то, что человек должен делать. Но когда вы говорили сегодня вечером о дхарме, может быть, это для того, кто на высшем уровне, но дхарма значит быть ближе к Богу и иметь связь с Богом. Не могли бы вы больше мне сказать о дхарме, пожалуйста? Спасибо большое. Есть разные уровни и определения дхармы. Но как дерево, есть коренное понимание дхармы, и затем оно проявляется в разных формах в мире. Иногда слово «дхарма» переводит как «профессия», «занятие». Иногда дхарма переводится как «религия». Иногда дхарма объясняется относительно конкретного статуса или роли существа в обществе. И дхарма может иметь много значений, но изначальный санскрит, потому что это санскритское слово, это то, что неотделимо от природы, объекта. Приводится пример неотделимого качества того, кто мы. Это то, что есть дхарма. Дхарма сахара — быть сладким. Дхарма воды — быть жидкой. В январе здесь, в Северном Иллинойсе, оно становится льдом. Но как только погода теплеет, вода, естественно, становится жидкой снова, потому что это ее природа. Она может под воздействием обстоятельств и окружающей среды трансформироваться, но это ее естественное качество — быть жидкой. В Индии природа чили — быть острым. Это качество, которое неотделимо от объекта. Итак, что есть неотделимое качество атмы или души, того, кто мы такие? Это то, что мы описываем.
когда мы живем, естественно, мы служим. Либо мы служим нашему уму и чувствам, либо мы служим нашему боссу, либо правительству, платя налоги, либо своему мужу, либо своей жене, либо детям, родителям. Это естественно, служить. И источником этого качества служения является любовь, которая в нашем сердце. Любовь — это наш истинный потенциал. Вот это выражается через служение. Так что служение с любовью, корню и всем частям дерева жизни — это настоящий смысл, оригинальный смысл слова «дхарма». Итак, дхарма в этом смысле является самой сутью всех религий, самой сутью всех истинных философий, высочайшей сутью всего того, что мы делаем. And in the name of religion today, there's so much sectarian именем религии выдвигается столько сектантских аргументов, столько гордыни, столько ненависти, страха, незащищенности. Но всегда так было. Почему? Если мы действительно найдем суть нашей религии, то тогда мы сможем увидеть эту суть и в других местах. В этой книге, которую я написал, «Путешествие домой», я жил, и там описывается, как я жил на берегу реки Ганги, в месте под названием Патна. И мне было где-то 20 лет тогда. И там жил старик, 85-летнего возраста, Нараяна Прасад. Он был преданным Рамы, индуистской веры. И мы очень подружились. Он был старше моего деда, но мы были друзьями. И он водил меня каждый день на встречу со своим лучшим другом, которому принадлежала клиника рентгенографии. Его звали Мохаммед. И он закрывал эту клинику рентгенографии днем каждый день. И мы ходили к нему в кабинет, и Мохаммед обсуждал Коран, а Нараян Прасад говорил о Рамаяне и Гите, а я говорил о разных вещах, которым я научился. И мы по-настоящему делились, и это было вдохновляюще. Однажды я сидел с Нараяна Прасадом, и я попросил его. Я спросил, в таких странах, как Индия, где столько конфликтов между индусами и мусульманами, почему вы лучшие друзья с мусульманином, а он ваш лучший друг? И он сказал то, что я никогда не забуду. Он сказал, собака всегда признает своего хозяина. Одет он в пиджаке, в галстуке, или он в акваланге. Или даже если он голый, собака узнает своего хозяина. Если мы не можем узнать своего возлюбленного Бога, когда он или она приходит в другом обличии, другим людям в другое время, то нам еще очень многому нужно научиться у собаки. И вот эта суть есть дхарма. Мы цитировали Библию. Первая заповедь — возлюбить Бога всем своим сердцем, умом и душой. Если это понять, то, естественно, мы будем любить и своего ближнего, как самого себя. И все, каждый наш ближний — это первая заповедь. Мы цитировали Веды.
Высшая дхарма — это то, что пробуждает нашу любовь, внутреннюю любовь, ту любовь, которая не движет эгоизм и которую не могут нарушить никакие обстоятельства. Потому что это то, кем мы являемся. Вот пробуждение этой любви. So that is the most essential understanding of dharma. Вот это самое важное понимание дхармы с точки зрения вед. When you talk about dharma and can I interpret like вы говорили о дхарме? Because in your process of journey you went through early age and integrated the body, mind, heart. Вы жизни, вы интегрировали тело, ум и сердце и пришли к уровню понимания милости, но такие люди, как мы, семейные люди, у которых нет такой возможности интегрировать тело, ум и сердце, чтобы осознать эту милость. Прежде чем мы перейдем к этой милости, мы увязаем в этой дихотомии тела и ума. И мы участвуем в этом спектакле боли и наслаждения. То есть я говорю об отношениях. Мы увязаем в этой дхарме тела, дхарме ума, и мы просто создаем собственный хаос, даже не осознаем, что этот хаос происходит в наших отношениях практически до деструктивного уровня. Вы даже не говорите об этом боли, наслаждениях, счастье и страдания. Вы говорите о милости, мы даже не можем дойти до уровня понимания ценности милости, как семейный человек, как мы, как семейные люди, можем добраться до этого. Можете ли вы помочь нам? Спасибо. Ваша лекция, на самом деле, даже лучше, чем моя. I'd like to tell a little story. Хочу рассказать короткую историю. Some years ago I was giving несколько лет назад я давал лекцию в университете в Индии для сертифицированных бухгалтеров. And I gave a talk. Я прочитал лекцию. Ну, на тему, которую они мне задали. И после этого я спросил, есть ли вопросы. Когда ты в университете в Индии и спрашиваешь, есть ли вопросы, ну, порой, ну, у вас есть опыт. Кто-то поднял руку, я был на подиуме, и как только он встал, все, там было где-то 300 человек, все в аудитории, они все сделали вот так. Я понял, что это какая-то харизматичная личность, и он известный в кампусе. И он начал кричать на меня. Он сказал, вы обманщик. Я отвергаю все, что вы сказали. И он продолжал долго говорить. И он сказал, что если каждый в мире станет с вами, как вы? Кто будет выращивать пищу? Кто будет управлять правительством? Кто будет заниматься банками? Кто будет фермером? Если все станут с вами, как вы, мир превратится в полный бардак. Поэтому я должен отвергнуть все, что вы говорите. И все в этой аудитории должны отвергнуть все, что вы говорите, потому что вы просто нас обманываете. И зал просто стоя рукоплескал ему. Студенты от радости аплодировали и кричали, потому что студенты любят, когда учителя распинают. So I was
standing there waiting for the commotion. Я стоял и ждал, когда этот шум стихнет. And I said a little prayer. Я прочитал небольшую короткую молитву. И где-то через минуту этих аплодисментов и криков все стихло. Вы хотите услышать, что я сказал? Я сказал: спасибо вам большое, сэр, но у меня вопрос к вам. А что, если каждый в мире станет бухгалтером, как вы? Кто будет заниматься фермой? Кто будет в правительстве работать? Кто будет банками заниматься? Кто будет транспортом заниматься? Кто будет бизнесом заниматься? Я сказал: фактически, если каждый в мире станет бухгалтером, как вы, будет просто безработица сплошная, потому что никому не нужен будет бухгалтер. И все молчали. Я сказал: как тело. Есть разные органы, члены тела, и у каждого своя форма, свой цвет и своя конкретная функция. Сердце не может делать то, что делает мозг. Легкие не могут выполнять функцию поджелудочной. Почки не могут делать функцию коленей. Желудок не может выполнять функцию глаз. Но каждая часть тела, разве она думает: я самая лучшая? Все должны признать только меня. Это было бы очень нездоровое тело. В здоровом теле каждая часть тела ценит функцию другой части, а не то, что одно лучше другого. Они все в гармонии, потому что они все ценят единство во многообразии. И вот это здоровое тело. Точно так же здоровое социальное тело — это когда мы все можем оценить друг друга. Я сказал: есть нужда в фермерах, есть нужда в банкирах, в бизнесменах, есть необходимость в бухгалтерах, есть также необходимость в таких с вами, как я. Так что вместо того, чтобы биться друг с другом за то, кто лучше, мы должны ценить то, что мы все можем внести, тот вклад, который мы все вносим, и служить друг другу, как эти деревья, секвойя. В Бенгалии, в конце 19-го столетия, начале 20-го, один из великих святых, который когда-либо жил на земле, его звали Бхактивинода Такур, написал десятки книг, тысячи песен, молитв, гимнов. Его жену звали Бхагавати, и она была такой же святой, как он. У них было 10 детей. Он работал судьей во время британского режима в Индии. И он работал в своей роли так эффективно, что английское правительство, чтобы он мог больше дел разбирать, потому что он был очень дотошным. Он был очень духовным и сострадательным человеком, очень высокой чести, достоинства. Описываются истории, когда даже если человека, которого судили и обвинили его, признали его виновным, виновные благодарили его, потому что они действительно понимали, если он видит, что я виновен, значит, это для меня благо. Потому что он был таким сострадательным человеком, с таким достоинством и с такой любовью. Даже самые отрешенные йоги, бабы и саду, они приходили из святых мест, из Гималаев, чтобы сесть рядом с ним и послушать его учения и попросить у него благословений.
потому что он интегрировал эти духовные принципы в своей жизни. В одной из его поэм он поет: Грихе тако, ванне тако, саддахари боле тако, суке дуке було нако, барне хари нам короре, гай гора мадху сваре. Whether one is in family life, является ли человек семейным, если он работает, заботится о детях, о родителях, у него есть работа, профессия, или он саду, живущий в Гималаях, в джунглях, или с вами путешествующий повсеместно. Это, по сути, не важно. Это все как разные органы тела. Мы все пытаемся служить друг другу по-своему. В семейной жизни это совершенная возможность для просветления и возможность быть инструментом милости, если мы просто применяем простые принципы, понимая, что все есть собственность Божественного. Все есть собственность Бога. Я хранитель. Мой муж является ребенком Бога. Моя жена является ребенком Божественного. Она доверена мне. Эти дети были доверены мне. Таким образом, мы хранители, мы не собственники. И у нас есть ответственность за тело, за ум и за души. Если у нас есть духовный фундамент, то что бы мы ни делали в нашей профессии или в нашей социальной ответственности, в семейной ответственности, мы строим на этом фундаменте. И этот фундамент состоит в том, что я вечная душа, я часть Бога, и все являются ими. Поэтому я буду жить по этим принципам. Некоторые из самых просветленных людей, которых я встречал, были семейными людьми. Они работают тяжело. Я знаю одного человека, он работает очень тяжело в своем бизнесе, и он очень успешен. Но он кормит сотни тысяч детей в гетто, в школах каждый день. Он помогает выживать вдовам. Он основывает сиротские дома, ашрамы, духовные образовательные центры повсеместно. Он строит больницы. И даже монахи говорят, что этот человек, он просветленнее их. Но они все работают вместе, сообща. Так что милость для всех есть. Какую бы роль мы ни играли в обществе, это для нас идеальная ситуация. Если мы просто обретаем вдохновение от общения с такими просветленными людьми и обретаем направление, и у нас есть духовный метод. Мы повторяем имена Бога. Это наш главный духовный метод — медитация на священные мантры. Через наше изучение, через йогу, через духовную практику мы развиваем фундамент, мы уделяем этому время, потому что мы понимаем, что это важно. И тогда с этой милостью и внутренним удовлетворением и с любовью, которую мы открываем через свою духовную практику в нашей общине, мы делимся этим, мы выражаем это во всем, что мы делаем, и тогда жизнь прекрасна. Спасибо за сегодняшний вечер. Я хочу спросить в отношении севы, как эго мешает этому, когда есть успех во время севы.
Можете ли вы подчеркнуть то, каким должен быть идеальный севак, слуга? Сева — это отношение. Пракрити криямана нигунай кармани сараваша аханкара вимудатма. That let me give an example of this person I'm talking about. Пример того человека, о котором я говорил. У него есть жена, дети. Когда они служат, они на самом деле делают это в тайне, даже от меня. Спустя годы наш бухгалтер пришел и сказал, никто не знает, кроме меня, но я должен кому-то рассказать. По крайней мере, вы должны знать это. Вот что делает этот человек для стольких людей. О каких-то вещах я знал, но о многих я не знал, действительно. Ему действительно было не безразлично. Он не хотел престижа, не хотел, чтобы его прославляли. Он просто хотел помочь, потому что он любил. Он заботился о своей семье со всем сердцем, но он также видел весь мир своей семьей и пытался помогать, как мог. И когда я спросил у него, он просто смиренно улыбнулся и сказал, «Нет-нет, не думай, что я великий». Он сказал, то, что мне дает Бог, это для всех. Это не мое. Он миллионер. Но я не знаю, сколько он оставляет себе. Он хотел переехать из своего прекрасного дома в маленькую квартирку. Я сказал, лучше оставайся в своем доме. Потому что если ты будешь жить в маленькой квартирке, то послание о том, кто ты такой, не будет настолько эффективно. Если люди будут приезжать к тебе домой и видеть смирение твоего служения, они поймут, что им не обязательно становиться свами. Они могут оставаться теми, кем они являются и там, где они находятся. Но если у вас есть хороший духовный фундамент, когда мы достигаем успеха, мы не становимся гордыми. На самом деле, нас это только смиряет. Когда нас прославляют, наше эго не будет раздуваться. Наоборот, наше смирение будет еще больше, потому что мы будем благодарны. Благодарное сердце не страдает ложной гордостью, только неблагодарное сердце наполняется гордыней. Благодарное сердце смиренно. Это означает, что если со мной происходит что-то хорошее или какие-то неприятности даже, это какой-то урок для меня. Это возможность для моего роста, и поэтому я благодарен. Я благодарен и за хорошее время, и за плохое. Я благодарен за тот успех или неудача, которая меня постигает, потому что это дает мне возможность учиться, служить и любить, и в конечном итоге расти. Поэтому, когда мы благодарны за то, что нам дано, мы будем с радостью делиться этим, со смирением. И это признак духовной связи. И каким бы духовным или религиозным себя не выставлял человек, если он горд, неблагодарен, не смиренен, если он не стремится служить, можно понять, что у него нет такой уж и сильной связи, а ведь эта связь реальна.